Сережа! Чё, мам? Ключи забыл. Домой скоро? Не знаю. О, дай какого-нибудь подешевле. Давай. Сейчас каждую копейку приходится экономить. Чего так? Так Сережка же с армией пришел. Хочу, чтобы в институте восстановился. С моей зарплатой, даже с подработкой, сама понимаешь. Ну, вот экономим. Слушай, завтра приходи. Помидоры дешевые. Сережа, привет. Серег, ты что, гонишь, что ли? Ребят. Кто там? Там человек лежит. Сейчас. Доставай телефон, вызывайте скорую! Серег, ты что, орешь, что ли? Куда ты пошел? Сиди здесь. Я телефон разбил. Вызовите кто-нибудь, скорую. Так, пока никого нет, без палева валим. Вы что, хотите взять и уехать? Я тогда просто возьму и выйду отсюда. Выходи, а мы без тебя поедем. А ты рот закрой, дура. Быстрее, Валя, у моего брата есть гараж, там тачку и поставим, и никто нас не спалит. Давай, быстрее, Серый, погнали. Thank you.